Мы разжились великом. И тут нас понесло. Будем здесь недолго, вероятно, не успеем до места назначения. Но здесь прикольно. Сначала музей. Юля учитель. Она преподает сразу несколько предметов и говорит, что это один предмет. Ботаника, медицина, астрономия, язык. Что-то я все не помню, но где-то так. Говорит, что это все объединяется в одно.